орган студенческого самоуправления? Есть еще факультеты, пациенты? Есть некоторые вопросы о студенческом самоуправлении, профсоюзе, о деятельности студенческой. Думаю, в общем, о нашем университете. И вот некоторые из них сегодня подготовили вопросы, которые хотели бы послушать, и хотели бы послушать ваше мнение, вашу, так сказать, точку зрения по этим вопросам. Знаете, что в европейских государствах наиболее динамично развивающиеся вузы – это не государственные формы собственности. Иногда мы встречаемся, вот допустим, с такими вузами, как с руководством вузов, как Букингемский университет и многие другие. Они говорят, мы вот хорошо относимся к государственным. Можно, чтобы у вас есть вуз не государственной формы собственности. Я сначала, так, знаете, всю жизнь в образовании и всю жизнь начинал свою с преподавателя, с ассистента, с студенческой скамьи, был председателем правкома студенческого, когда учился. И думаю, почему вдруг они говорят, что хотим иметь дело не с государственной формой собственности. Сегодня я хорошо понимаю, почему. Если вуз хочет, чтобы он развивался, все, что связано с оплатой, оно должно идти на коммунальные расходы, оно должно быть на развитие материальной базы и так далее и тому подобное. Смотрите, у нас правда хороший учебный корпус? Я сейчас, прежде чем зайти к вам сюда, зашел на еще один стадион. Третий по счету, который имеет Международный гуманитарный университет, это спортивная площадка вот напротив главного корпуса. Это очень хорошо. Мы будем иметь свой стадион, свой двор. Мне предлагали, давайте вот здесь построим еще какой-то учебный корпус. Я говорю, мы потеряем шарм университета. Правда? Смотрите, территория какая у нас красивая. В законе предусмотрено, что лицам, которые достигли успехов в обучении и научной деятельности, по решению учебного совета высшего учебного заведения, будут назначаться персональные стипендии. Возможно ли реализация данной нормы в нашем университете? Возможно. Возможно, но это предусмотрено. Хороший вопрос, очень содержательный. Вот в законе предусмотрено. В законе предусмотрено, что не государственные формы собственности высшие учебные заведения, они будут иметь право участвовать в конкурсе на подготовку специалистов по бюджету. То есть министерство, если мы участвуем, мы показываем хорошие знания, министерство берет и говорит, вот вам государственный заказ на подготовку, допустим, международников. Вам 50 человек и готовьте. И они выделяют деньги на подготовку министерства. Такого никогда не было. Но это европейский. Это одна из норм, которые я предложил в закон о высшей школе. Есть?